системам защиты. Контрольный распределительный щит подключен. Система оживает. Почти готова. Система метеоритной защиты включена. Так, энергия у нас есть, но система прицеливания не работает. Думаю, перебит информационный кабель. Будешь управлять пушкой вручную? Воспользуйся лифтом, чтобы попасть на верхнюю палубу. Затем иди к шахте пушки. Придется выбраться на внешнюю обшивку, чтобы добраться до пушки. Загвоздка в том, что мы под обстрелом метеоритов, так что ищи по пути укрытия, или тебя размажет о корпус. Зона вам. Зона невесомости.
Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. Разнесешь любую цель. Следи за состоянием корпуса корабля. Если в него попадет слишком много каменюк, мы покойники. Я почти починил систему автонаведения. Просто дай мне еще немного времени. Thank you.
Я включу автопилот. Можешь возвращаться к транспортному туннелю. Я встречу тебя на остановке. Зона невесомости. Айзек Хэммон, вы не поверите, что-то отравляет воздух в гидропонной системе и выделяет в атмосферу какую-то органическую дрянь. Очень скоро нам нечем будет дышать. Я расшифровала данные анализа. Нам нужно изготовить яд, чтобы уничтожить эту штуку. Отправляйтесь на медицинскую палубу. Думаю, там должно быть все необходимое. Когда все это закончится? Айзек... Иди на медпалубу и приготовь тот коктейль, о котором говорит Кендра. Я пока пойду в отсек гидропоники. Постараюсь выиграть для всех нас еще немного времени. Собираюсь дожидаться, пока оно вернется. Я направляюсь в отсек гидропоники. Попробую найти Элизабет.